Шум, гам, беготня и громкий веселый детский смех. Все это теперь неизменно будет присутствовать на городских игровых площадках Советского каждый вечер с 6 до 8 часов. Вожатые проекта «Детвора» скучать не дают. Как говорится, сами не стоят и другим не велят. В их арсенале развлечений много разных подвижных игр, например, вышибалы. Команда вожатых детворы, а это более 50 взрослых и подростков, приступили к работе с 4 июня. Первоначальной задачей организаторов детского досуга стало знакомство со своей дворовой аудиторией. И надо сказать, у них это прекрасно получилось. Мне было сегодня безумно приятно начало знакомства с этой площадкой на Зои Космодемьянской 6. Почему? Потому что дети увидели меня впервые, и тем не менее, как только я вошла на площадку с яркой большой сумкой игрушек, дети тут же, все 15, подбежали ко мне оравой и стали обнимать. Это безумно приятно. Значит, они уже с нетерпением ждали нас, ждали открытия смены. Для начала нам нужно познакомиться с детьми, рассказать о том, кто мы, как мы будем работать. Завтра, допустим, мы будем учить детей правилам дорожного движения, что немаловажно. Также мы будем в один из дней рассказывать про то, как вести себя дома, то есть когда ребенок один, чтобы не возникали какие-то опасные ситуации. Если вместе все, это хорошо, а когда наоборот, плохо. С этим абсолютно согласны и ребятня, увлеченно гоняющая мяч на игровой площадке, и родители, довольны тем, что их дети и делом заняты, и контроль за ними есть. Потому что очень весело, и одной очень скучно. Мне понравилось 11. Мне нравилось. А уж как это играть? Расскажи, что за игра. Сначала кто-то первый говорит один, а потом все в мыслях говорят другие цифры. Организовано под присмотром, а это очень важно в наше время. Поэтому вот такие площадки, которые организуются, это очень актуально, я считаю. Проект «Детвора» только-только стартовал, а потому впереди у ребят Советского будет возможность поучаствовать в программах, посвященных празднованию Дня России, Дня друзей и в других увлекательных мероприятиях. Игорь Скворцов, Андрей Кумышев, телеканал «Первый Советский».